Всем привет-привет. Мы искупались. Это я вам все один вечер делаю, но на разных видео, на разных камерах, разные видео. Мы зашли в одну очень красивую таверну, Мезюзадзик у нас. Здесь мы сейчас возьмем сувлаки. Здесь вот такой тент наверху. Мы на берегу моря сидим. Романтическая музыка здесь. И вот мы здесь слушаем. Дин, скажи здравствуйте. Не хочет. Он уставший после купания в море. Вот такое море здесь обалденно. Наверное, видите, да? Вот. Здесь отдыхаешь, загораешь. Все, что хочешь, делаешь. Деревня называется Анхел. Туристическое место здесь. Очень красивое. И я вам покажу, что мы заказываем. Здесь очень-очень много гостиниц, здесь очень много, так сказать, квартир, которые сдаются. Все здесь вот такое вот. Вот. Ну все, я сейчас вам покажу, что мы взяли. Мы будем кушать маленькие сувлаки, шашлычки. И картошку, салат. Вот такая лампочка здесь красивая. Нам сейчас застелят стол. Придет этот сервитор, этот как официант вот стоит. Но это он обслуживает соседний стол. Сейчас придет к нам. Ну, до встречи. Нам накрывают на стол. Уже стемнело. Море вообще потемнело. Берется палец. Пиво нам принесли, сейчас нам принесут нам кушать. Кока-кола. Это до первого в Тепсигионе раке. На. Кока-кола, крем. Так, все. Ямас. Это ямас. Кало-кало кере. Холодное-холодное ледяное пиво. Да, холодная, холодная. Дин, ты сейчас кока-кола пьешь, Дин? Да. Да? Вкусно? Да. Молодец. Потемнело, нам принесли сувлаки, мы сейчас польем их лимончиком. Сейчас не так видно все нам. Такой сувлак большой. Мама, ты льешь, Толя? Вот так. Один из нас. Пари сувлаки, будь потатис, наши пердура потатис. Давай кушаем. Давай, кушай, кушай картошку. Все, нам принесли, мы чуть-чуть перекусим и поедем домой. Мы вообще поехали на участки, поливать участки наши. И зашли сюда покушать. На, Динус уже кушает, он уже все, запихал себе картошку в рот. Вот. И будет кушать. Ну все, нам приятного аппетита, и потом еще я вам покажу что-нибудь. Нам еще принесли картошечку. Да, водичку. У бабасы Саникши водичку. Сыр нам принесли вот так вот. И стакан на стакан. И этот самый. Вот Динусу водичку нам принесли. Ну все, мы кушаем. Кока-кола хочешь? Сейчас налью тебе. Хочет кока-колу чуть-чуть с водичкой. Опа. Молодец, хорошо. Ну все. Калиорикси. Калиорикси. Дин, скажи калиорикси. Калиорикси. Дин наелся. Сейчас ему хочется похулиганить. Море вон вообще черное там. Хулиганить теперь. Мы накушались. Сувлаки обалденно вкусные. Вообще картошка тоже. Пивко мой попил. Греческое пиво Фикс называется. Кто хочет попробовать, приедет на вот греческое пиво Фикс. Вот. Кто не кушает мясо свинины, нет, заказывайте такие сувлаки. Заказывайте сувлаки из курочки. И может быть из... Называется здесь провью. Это большой баран. Больше года баран. Они тоже очень вкусные. Если есть, спрашивайте такие сувлаки. Это вот шашлычок вот такой. Называется здесь сувлак. Сувлаки. Это много сувлаки. Вот. Так что, куда пошел он туда? Далеко. Там темно. Пошел в море.
Вот такие дела. Вот так что. Я не знаю, сколько нам принесут счет. Но вот мы сидим, пока отдыхаем. Мы уже накушали здесь хорошо, приятно. Очень возле моря. Нету ни комаров сейчас, ничего. Вот. А, Динус начал кидаться галькой. Хулиганит. А, вон, ребятишки другие плачут. Пойдем ловить Динуса. Пошел в море темное. Встретимся попозже. Пришли собачки, здесь играются у нас. Вот, видите? Опа. Вон такие собаки черненькие. Две, один большой, один маленький. Щенок. А Динус убежал к морю. Или там не видно? Вот. Ну все, мы покушали, мы уходим. Дин такой сидит здесь. Вот, сидит такой. Динус поел три мороженки, нам принесли на сладкое. И он их все три скушал. Такие маленькие сердечки. Они вот на такой палочке были. Малюсенькие-малюсенькие. Мы съели их. Пошлите, все, памы? Памы? Все? Каном и ставро. Одевай тапки. Одевай тапки. Сидел хулиган. Ну, вот здесь все готовят. Здесь готовят рыбу, и кальмары, и стафодья, и осьминогов, пиццу здесь, все. Рыбу разную, курицу, все-все-все здесь. И готовят здесь и баранов, рыбушки баранов. Все-все-все-все, что угодно готовят. Ну, все-все. Давайте всем-всем пока-пока. Всем спокойной ночи. Я прощаюсь с нашим вечером. Всем до свидания.